Всем привет, ребята, с вами Некрос, мы продолжаем играть в Undertale, и вы знаете, в этой игре, конечно, убивать всех довольно легко, потому что, ну, как в любой RPG, просто набираете вещей и меситесь. Ума не надо. И гораздо легче, потому что будете получать уровень, и у вас, по сути, жизней будет становиться больше. А у меня первый левел, я решил удалить свое сохранение и всех щадил. Голда копится, когда вы разговариваете с монстрами и их щадите. Спэр — это как бы не только щадить, это в принципе то же самое, что и отказаться от битвы. Так вот, что получается. Во-первых, я переиграл и новые айтемы нашел. Вот эту бандану сменил на Faded Ribbon. Там больше армора. И той knife нашел, типа игрушечный нож. Там одна лягуха сказала мне, что в принципе вы можете даже кого-то бить, главное не убить, потому что, видимо, тут некоторые уговоры не действуют, пока ты чуть-чуть не морду не набьешь, а потом главное не убивать. К тому же я увидел у PewDiePie очень классный финальный замес, и это явно пацифистская концовка, а для этого вообще убивать никого нельзя. Потому что у него тоже был первый левел 20 хп. Вот у меня должен быть первый левел 20 хп до конца игры. А далее я нашел танцующих монстров, то есть их нужно спэрить, их нужно щадить. Нашел этих вегетарианских монстров, можно заказать у них обед и поймать зеленый этот овощ. Это вас вылечит, более того, после этого можете его пощадить. То есть гораздо интереснее щадить тут, что на самом деле. На самом деле игра поощряет добрые поступки. Но понимаете, в чем дело? В любом случае мне придется убить потом Ториэль, не сейчас, так потом, чтобы игру пройти полностью, чтобы увидеть все концовки, и негативные, и позитивные. Поэтому этот вопрос только времени. Сейчас мы будем с ней сражаться, и вы знаете, я, вот вы говорите, цветочек что-то там намекнул, что Некрос не первый раз играет. Я первый раз играю. Если бы я играл не первый раз, то я бы понял, как ее оставить в живых. Я первый раз, когда нажимал спэр, она промолчала. Но нужно было просто несколько раз это сделать. И если у вас мало хп, она вас не убьет. Понимаете, тут даже уворачиваться не надо. Чисто для тренировки. Делаем мерси столько раз, сколько потребуется. Она все еще молчит. И начинает задаваться вопросом, а что мы делаем, собственно? Что ты делаешь? Атакуй или убегай. Ториэль глубоко вздохнула. И что ты хочешь этим способом доказать? А Ториэль готовит магическую атаку. Сражайся со мной или уходи. Ну, никогда не уворачивался от этой темы. Хватит это делать. Остановись. Готовит магическую атаку снова. Хватит на меня смотреть таким взглядом. Ну, в общем, мы на жалость давим. Уходи. Опять молчит. В общем, настойчивые игроки догадались бы на самом деле. Опять молчит. И вот, смотрите, она уже, видите, она не может нас бить. Тупо. Я знаю, что ты хочешь пойти домой, но... Спэр. Ну, пожалуйста, иди к себе в комнату. Спэр. Я обещаю, что буду о тебе заботиться. Я знаю, что у нас не так много всего есть, но... Мы можем здесь хорошо жить. Почему ты все так усложняешь?
Пожалуйста, иди в свою комнату наверх. Как глупо, не правда ли? Я даже одного ребенка спасти не могу. Нет, я понимаю. Ты был бы несчастлив, будучи запертым здесь. Руины очень маленькие. Было бы неправильно тебе просто расти здесь. Мои ожидания, мое одиночество, мой страх для тебя, мое дитя. Я их отложу в сторону. Если ты действительно хочешь покинуть руины, я тебя останавливать не буду. Однако, когда ты уйдешь, пожалуйста, больше не приходи. Я надеюсь, ты понял. На самом деле, тут я в Вики почитал, пол ребенка не определен. То есть непонятно, мы играем за мальчика или за девочку. Поэтому, в принципе, как бы я ни называл его или ее, я все равно буду прав, видимо. И она нас обнимает на прощание. Одно понятно, мы играем за ребенка. Вот это точно. А, прощай, мое дитя. Но мы еще можем вернуться и поговорить, кстати, с ней. Мы уже не можем ей позвонить. Никто не снял трубку. Мы можем сохраниться просто ради... Ну, мало ли. Но это место я все обследовал. Я даже купил у двух пауков, у большой и маленький этот... Там пончик и какой-то джар. Так, сохраняемся. Где она, интересно, там? А, ее вообще нигде нет. А может быть, она у себя в комнате? Мне просто интересно, а где она вообще может быть? Ну, в холодильнике ее точно нет. History book. Ну, это мы читали уже, да, помните? Посмотрим-ка. Здесь никого. И здесь никого. Ну, а эта комната закрыта. Room under renovations. Перед тем, как я уйду, я хочу еще заскочить к месту, где находится сыр. Не, ну реально, я не понимаю, где ее тогда искать-то? А то вдруг окажется так, что это тоже какая-нибудь, ну, там, пасхалка или что-нибудь такое. Ну, ее реально нет нигде. Вот прям вот нет и все. Так, это мы здесь были. Интересно, монстры будут на нас нападать? Хочу сыр посмотреть. Потому что было написано, типа, то, что мышь когда-нибудь выйдет из норки и возьмет сыр. Вот здесь находятся вот эти вот овощные монстры. А, это вот монстры, на которого нельзя смотреть. Ну, если человек нажать, то, типа, не смотрите на него. И он пишет, типа, наконец-то доперло там до вас. До кого-то, хоть до кого-то доперло, что мне на меня нельзя смотреть. И спэр сразу. 5 голды. Так голда и зарабатывается. Так, одного спэр сразу. Второй просто танцует. Еее, двигай телом, детка. Все. Потанцевал, как бы, и спэр. Так, по-моему, здесь сохранялка у нас. Да, вот. Сыр на месте, видите? This cheese has been here. Он давно тут был, застрял. Мышь так и не вышла. Я не понял, в чем прикол. Можно ли сюда будет вернуться? Скорее всего, нет. Печально.
В общем, мои поиски Ториэль бесполезны. Я сделал все, что мог. То есть, мне кажется... Вот, Вегетоид. Я же вам его показать хотел. Динер нажимаем. Вегетоид предлагает покушать. Ешьте зеленые. Вот, во. Все, меня вылечило, и он типа доволен. Вегетоид здесь ради вашего здоровья, все. Но это по сути дружба даже. Это не пощада, это мы уже подружились с вегетоидом. Но это не значит, что если он на нас опять нападет, мы опять сможем его сразу пощадить, не? Было бы слишком просто. Каждый раз нужно понимать, что мы делаем. Вот это первый раз. Looks and... Нифига. Pick on you. Мерси можно сделать? Нет. Акт. Looks. Don't pick on. А-а-а, нифига. Вот они могут комбинированно это все делать. Витамины. Но этот меня не трогает, я смотрю, да? Теперь давай... Динер. Покорми меня, парень. Втроем, нифига себе. Первый раз такой. О! Ой, поранился. Ладно, ничего страшного. И теперь ла-ла-ла. Будь собой. А чего он раньше так не сделал? Сейчас сколько голды мне дадут? 11 голды, нифига себе. Нифига себе. Ну все. Поехали отсюда. Пойдем, пошли, поехали. Сохранение. То есть, в принципе, по игре мне нужно... Ну, по игре задумано так, что я по-любому должен руины покинуть. Я так понимаю, тут уже все, уже никаких пасхалок нет. Хотя фиг его знает, игра же хитрая. Мало ли что может быть. Просто реально вернуться нельзя. Но, ребята, меня ждут приключения. О. Кстати, в начале, если, типа, уворачиваться от цветочных этих, ну, фигни от этой, он, типа, говорит, что «Как ты узнал? Ты знаешь, что происходит?» Ну, одно и то же все равно. Умно. Очень умно. Ты думаешь, ты умник, да? В этом мире. Убивать или быть убитым? Ну, я так понимаю, ты играешь по своим правилам. Ты пощадил жизнь одной персоны. Я полагаю, ты чувствуешь себя прекрасно. Ты никого не убил в этот раз. Но что будет, если ты встретишь убийцу, которого ты не сможешь уговорить, то есть беспощадно вообще? Ты умрешь. Пока не устанешь пытаться снова и снова играть. Что ты тогда будешь делать? Убьешь ли ты? Или ты сдашься этому миру? И дашь мне... возможность эту силу там контролировать или что-то такое. Я принц этого мира. Я принц будущего этого мира. Сколько пафоса-то от одного цветочка. Не волнуйся, мой маленький монарх. Мой план что-то там какой-то, не знаю, легитимный или как его там. Не знаю, как это перевести. Так много интересно. Я понял. А назад нельзя уже? Все, назад нельзя. Только вперед. Undertale. By Toby Fox. Камеры в этих в кустах. Но это я вам уже показывал. Сейчас мы пойдем. Сейчас будет очень много диалогов. Просто пипец, как много.
Кто-то шел за нами, да? Вы удивитесь, когда узнаете вообще. Он нас настиг. Человек. Разве ты не знаешь, как приветствовать нового друга? Повернись и пожми мне руку. Старая шутка с пожиманием руки и пердежом. Это он так именно разговаривает, то есть это не смех просто. Это всегда смешно. Кстати, ты же человек, да? Забавно. Я Санс. Санс-скелет. Я как бы присматриваю за людьми. Или наоборот, ищу людей. Но, знаешь, я не собираюсь ни за кем охотиться и никого там в плен брать. Но вот сейчас мой брат Папирус, странное имя для скелета, он фанат охоты за людьми. На самом деле, мне кажется, это вон он там идет. О, у меня есть идея. Иди-ка за эти ворота. Быстро, за лампу спрячься. Здорово, бро. Ты знаешь что? Здорово, братаха, братоха, братан. 8 дней прошло, и ты так и не... Ты так и не изменил свои пазлы, не изменил загадки в уровне, что ли? Ты просто тут носишься, слоняешься и все. Что ты вообще делаешь? Смотрю на эту лампу. Она реально клевая. Хочешь посмотреть? Нет, у меня нет на это времени. А вдруг тут где-то человек бродит? Я должен быть готов, я должен. Я буду первым. Я поймаю человека. И потом я... Великий Папирус. Заслужу все вещи, которые... Получу все вещи, которые заслуживаю. Уважение. Не знаю, самореализация. Что такое? Я смогу присоединиться к королевской гвардии. И люди будут спрашивать, могут ли они со мной дружить. И меня будут все целовать, меня будут все любить. Он какой-то прям странный. Может быть, эта лампа тебе поможет? Санс, ты не помогаешь. Ты Лэйзи Бонс, ты, короче, лентяй. Ленивые кости. Лэйзи Бонс, да. Ты с каждым днем ты становишься все ленивее и ленивее. Эй, спокойно. У нас еще... I've gotten a ton of work to done today. Подчеркнуто слово тон. То есть много работы. Сейчас шутка будет, по-моему. Эскелетон. Санс. Да ладно. Ты улыбаешься, я же вижу. Я улыбаюсь. Меня это бесит. Почему кто-то такой так же велик, как и я? Нет, почему кто-то такой же великий, как и я, должен все это вот разгребать? Вау. Походу, ты звучит так, как будто ты реально над собой работаешь. Down to the bone. Типа он опять пошутил про кости что-то, я не понял. Короче, я пойду, буду свои пазлы, вот эти вот ловушки разрабатывать. А... Что касается тебя, опять какая-то шутка непонятная. Положи туда лишнюю кость или что-то вроде того. Это непереводимая тема. Типа он пошутил.
Но у него, видимо, не получилось. А, типа ха-ха-ха. Ха. Ладно, можешь выходить. Такие диалоги тут забавные. И чего теперь? Ты должен идти. Можешь вернуться. Да, и тебе придется выслушать мои шуточки. Это как бы станция для сохранения. Тут есть кетчупы, бутылки с кетчупом и всякая тема. Так, а я могу на лампу посмотреть? Сейчас просто лампа. Все. Так, идем. А, кстати, не хочу тебя удручать, но не мог бы ты оказать мне услугу? Я вот тут подумал, мой брат, он... ну, там, переживает или что-то такое. Он никогда не видел людей. И если бы он тебя увидел, это бы его порадовало, это бы сделало бы его день. Не волнуйся, он не опасный. Даже если пытается таким казаться. Миллион-миллион спасибо тебе. Я буду там, рядом, короче. Лампа вас до сих пор радует или что-то такое. Это коробка. Вы можете туда положить что-нибудь. Такая же коробка появится позже, поэтому не волнуйтесь, если что. Ну, то есть, у нас тут айтемов. Ну, мы, в общем, можем туда положить что-то, но у нас просто может места не хватить. Поэтому надо что-то класть. Например, use the box, yes. Мы можем положить туда бандаж, вот эту старую, и палку. Палка же хуже? Или нет? Ну-ка. X to finish. Так. 0 атака. Да, это фигня. Палку мы должны положить. А остальное нам может понадобиться, чтобы вылечиться. Монстр Кэнди, Спайдер Донат, это в общем все нужно. Так, ну-ка. О, монстры, ну-ка какие тут. Ой, Сноу Дрейк, Флаттерс Форс. Надо что-то поговорить с ним, может. Может быть, пошутить? You make a bad eye spoon. Is it supposed to be funny? Это типа смешно? Я понял, это не смешно, не нравится ему. Ой, я его разозлил. Хэкл, лос, посмеяться. А, когда он что-то говорит, вы начинаете смеяться. What are you laughing at? Ты на чем смеешься? Ты чё, Вася? Snow Drake is smiling at his own bad joke. А, он типа смеется над своими плохими шутками. Значит, вам. Значит, мне нужно смеяться дальше. Не понял. Ай! Вот это мне монстр попался, конечно. Я не могу спэр сделать. Хэкл, это что такое? Ю-бу-бу! Is your flesh rotten as you? Твоя плоть такая же гнилая, как и ты. И что мне с ним делать? Чек. This is teen comedian fight to keep a captive audience. Macaroni and freeze. Он что-то сказал, и мне нужно посмеяться, наверное. See? Lost. That was wrong. Видите? Смеются. Значит, папа был не прав. Его папа... Я... Понятно. Короче, надо было сначала чек нажать, посмотреть, что он делает. Типа, ну, узнать у него, что ты вообще делаешь, типа. И потом он начинает шутить, нужно посмеяться над ним. Он уже не хочет со мной драться. Все. Так даже интереснее, по-моему. Так бы взял бы и умотал, да и все. Ну и чё? О!
Удочка. It's a fishing rod. Reel it in. Тут какое-то фото монстра присобачено. Call me, here's my number. Позвони мне, я decide not to call. И что за прикол? You send the line back out. А можно взять его? Call me, here's my number. А можно взять-то? Подождите-ка, что-то я не понял. Еще раз. Cell. Toriel's phone. Ну-ка позвонить. Никто. Никто трубку не взял. А может быть оставить наоборот? Или поднять? Может быть что-то надо сделать? Хотя, подождите, вот у меня сейчас такая тема в голове странная, типа, если я вот так вот подниму, если я подниму крючок, и, может быть, это для какой-то рыбины было послание, типа, оно его не увидит из-за меня. You send the line back out. Типа, ну а вдруг из-за меня не увидит послание, типа, я из-за этого плохим стану. Я не знаю, это какой-то бред на самом деле, звучит как бред. Ну ладно. Как полный бред. I stepped struts into view. Появился на горизонте какой-то. Ну-ка. Check. I stuck. This teen wonders why it isn't name Ice Head. Вот он, этот подросток, не понимает, почему его назвали, не назвали ледяная шляпа. What a great head mine. Какая у меня классная шляпа. О! 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 Вася. Неплохо. Комплимент. Какая у тебя классная шляпа. И, да, вы сказали Ice Cap, то, что шляпа классная. Envious, too bad. Чё, завидуешь? Плохо. В смысле? Я комплимент тебе сделал. Ты чё? Ты чё, тварь? Steal? Украсть шляпу? Нет. Игнорировать. Hello, my head, моя шляпа, алло, алло. Так, нет, ты уже определись. Ice Cap, он, короче, смотрит, типа, вы смотрите на его шляпу или не смотрите на его шляпу? Типа, игнор. Вы продолжаете не смотреть на его шляпу. Окей, я тоже тебя буду игнорировать. Как ты задира вообще. Ну и чё? А, всё, спэ. Ну и всё, и игнорируй меня дальше. Так, на чём я остановился, да? Что? Что такое? Что такое? Санс, о боже мой, это же человек. На самом деле, я думаю, это камень. О. А что рядом с камнем? О мой, боже мой, это человек, да. Да. Шепотом типа, боже мой, Санс, я наконец-таки это сделал. Андин сделает что-то там. Я буду так популярен. Человек, ты не пройдешь. Я, великий папирус, остановлю тебя, а потом поймаю. И ты будешь доставлен в столицу. Потом... Потом. Я не знаю, что будет потом. В любом случае... Продолжи.
если осмелишься. Ну что, это прошло неплохо. Я за тобой приглядывать буду, так что... Не это, не дрейфь, да? Ничего, нормально. Ой-ой-ой. Ну, вы знаете, что делать. Алло, моя шляпа. Так. Давайте-ка без вот лишних вот этих вот. Мерси. Мерси, Буку. Так, поехали. Что тут? Опять кто-то напал. А, ну это я знаю. Чек. Он, в общем, он комедиант, да, и хочет собрать аудиторию. Макарони и заморозка, да, это типа шутка сейчас была. И мы такие, ахахах, как смешно. Спасибо, ты клёвый. С этим даже лучше получилось, чем с тем. Чё это тут? Какая-то надпись на коробке. Ты смотришь на прекрасную, скрафченную, созданную станцию. Ты, наверное, подумаешь, кто же построил эту великолепную станцию? Я думаю, это был самый популярный королевский этот защитник, типа. Ну, пока еще не очень популярный. Понятно, короче. А, тут ничего нет, да? Ничего нет. Вот я просто подумал, мало ли что скрыто. Абсолютно, но... Не двигаться вообще. Вася, не двигаться. Ой. Собака. Кто-то двинулся, или мне это показалось? Я вижу только движущиеся вещи. Если что-то двигается, например, человек. Я сделаю так, что он больше никогда не двинется. Doggo blocks the way. Doggo. Easily excited by movement. Hobbies include squirrels. Короче, он, когда кто-то двигается, он типа сразу начинает активизироваться. И увлекается белками. Don't move an inch. Не двигайся. Подло. Moving. А. Ну да. Ну да. Подождите секундочку. Надо заканчивать, мне надо кушать. Ладно. Так. Можно его, интересно, приручить? Ему ваши движения не нравятся. Это муфт. Иди. Спокойно. Спокойно. Will it move this time? Ничего не нашел долго. Чек. Will it move this time? Ничего не нашел. Так, а в чем прикол? Вы его погладили. Что? Меня погладили? Какого?
Кто меня погладил? Дога погладили, да. Все. Приручили, короче. Кто-то меня погладил. Причем кто-то, кто не двигался. Че, доктор Иц? Какая-то хрень. Так, ребят, ну... Что ж. В этом месте мы, пожалуй, закончим. А всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии. Всем пока!